режиме чрезвычайная ситуация действует в селах Свата и Рогахтах Среднеколымского района, селе Дыгдалус Алданского улуса, селе Актемцы Хангаласского улуса и Андрюшкино Нижнеколымского района. В населенных пунктах в результате повышения уровня воды подтоплены дворовые территории и дома. Кроме того, в зоне подтопления остаются улицы, линии теплосетей. В селе Андрюшкино подтоплены вертолетная и метеорологическая площадка. А в Актемцах в результате повышения уровня воды в реке Лена был размыт участок насыпной дамбы. Согласно донесению ЕДДС Хангаласского улуса, угроза населенному пункту на данный момент отсутствует. В каждом районе создана оперативная группа. Ситуация находится под контролем, все необходимые меры принимаются.